Всем привет, вы на моем канале. 15-й тур Бундеслиги стартует с матча Боруссия Мёнхенгладбах принимает фаворита Бавария. Между собой эти встречи проходят частенько с обменом голами. И иногда победой Боруссии, как в том году, 2-1. Вообще Боруссия имеет свой ключ к Баварии и считается неприятным соперником для них. Особых потерь у Боруссии нет. А у Баварии не будет Гнабри и участия под вопросом у команды. Бавария уже давно не играет на ноль и регулярно пропускает даже от явных аутсайдеров. Но без победы уходит редко. И в этом матче я предлагаю взять обе забьюты тотал больше 2,5 мячей. Коэффициент 1,45. Маленький, но надежный. Следующий топ-матч — это РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд. Возможно, этот матч будет поинтереснее в плане игры. Встречаются абсолютно равные команды, несмотря на то, что Боруссия в гостях может и выиграть, и проиграть. Даже статистика гостевых встреч об этом говорит. Последние 3 встречи Дортмунд не проигрывает Лейпцигу. Но у Лейпцига в этом году есть главный козырь – это оборона. Пропустили всего 9 мячей против и всего одно поражение против 5 у Дортмунда. Я думаю, что этот матч получится верховой, так как составы оптимальные у обеих команд. И здесь я возьму тотал больше 2,5 мячей, коэффициент 1,78. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.